Так, иногда огрызаем. Thank you.
машине. Че это будет вообще? Ну, подойдем. Другого поля. Это нагло с моей стороны будет. Я только тебе помогать должен чуть-чуть. Сильно не портить. Давай я. Хорошо. Ну, сейчас попробуй пошел, там не нравится Thank you.
40. Thank you.
это... Для машины. В сторону от него. Как на этом центральном кольце Уимблдона. Нет, мне напряг. Сколько вы счет? 4-1. Да ладно, нет опыта. Ну, я видел, последний год. Самый опытный. Парашюты, ну прикинь, ну что это?
Нормально. Ну, жить еще на что, 0-0.
мешаешь. Один по сетам, 2-1 во втором. Во втором мы. Thank you.
тоненького, но сопливого. Фух. Три-два. Забыли. А, здесь? Да ладно. Thank you.
вам чуть-чуть не достал, валик, а не мяч. Истина, у меня мяч. Расстрел, а мог бы забить. Не дотянулся немного. Забил бы, все, привет там был. Переоценил твой рук. Краешком шипанул. Мне ж хотелось забить. Когда укидывают на ногти, да? Ой, везет еще немножко. Твои подачи. Тут еще все решающие проигрывают. Так.
Браво, Юра!
извините, попал.
Смена сторон, 1.5. Здорово, конечно, цеплялся, это не понеси, но да, какие-то, какие-то бывали у всех, слушайте, у всех бывали какие-то. Какой-то. Вот цеплялась, слушай. А. Мне во всех, слушай, было не забить никак. Да. Извините. Ну, что делать? Старайся, это вот хорошо играли. Да куда там хорошо, делали, да ну... Валя, делали некоторые, делали уроки я где-то в другом первого. Месте находилась. Ну, через минут 10 можно как бы сказать по сути, а сейчас, если где-то и проигрывали, то не потому, что так хотели, а потому, что старались. Через силу на одиночку убил, это морально. Тебе бы сейчас как бы чуть-чуть перезагрузиться и чуть-чуть отдохнуть. Я помню, что их будет, да, много, поэтому сейчас я отдохну. Я-то это чувствую. Не корейся, да?